По субъективному мнению, этот порог Курвиньеми самый красивый и самый интересный на Куземе. Хорошо здесь проводить дневки и кататься на пороге. Но это опять же таки не наш выбор, время поджимает. Прошлые дневки его сожрали. Баня. Выход тут, конечно, такой для бодрых катамаранщиков. С байдарки выгружать и загружать на байдарку вещи здесь проблематично. Ну, как проблематично, скользко. По этим камням можно хорошо съехать в воду. Надо отправляться в путь. Река Сигма впадает с правого берега. Сплошные камни. Вот это точно непроходимое место. Непроходимая река. На некоторое время Кузема успокаивается. Но очевидно, что это ненадолго. Вытянутые камни поперек русла лежат в Куземе после небольшой быстринки. Живописно. Это даже каменный остров своеобразный. Порог у старого моста. Видны и сами старые конструкции. Протяженная шивера этот порог, но в принципе проходим. По камням, конечно, пошаркался, но не критично, бывало хуже. Прошедшие этот порог могут поесть голубики, не выходя из байдарки. Идем дальше. Thank you.
лебедином пороге красота, на левом берегу выход. Сосна, но вряд ли там можно устроить стоянку, но красиво. Зима после Лебединого. Будем надеяться, что дождя сегодня не будет. Еще одно возможное место для выхода на левый берег, но здесь муравейник. Хорошо, когда солнышко. Следуем дальше. Это был порог Ядреный. Сразу после него стоянка на левом берегу. Интересно, что это за стоянка. Такая стояночка. Стол есть. Костровище. Ну, есть и места для постановки палаток. Не очень много, конечно, но есть. Более камерная стоянка, чем прошлая. Заботливо сделан запас дров. Кто-то забыл колышек, но, может быть, кому-то он пригодится. Не будем трогать. Но здесь тоже есть баня, кстати. Баня достаточно экстремальная. В плане, если потом искупаться хочется. Вот здесь вот по этим камням, по скользким, можно... Навернуться можно. Вот это продолжается Кузьма. Основная струя идет правее стоянки. Просто так от нее не отчалишь. Нужно назад отходить. Камней здесь много в русле. Движемся дальше.
живописный островок в русле с большими деревьями. Левой протокой проходим. Живописно. Дальше прогонный участок. Ну, это и хорошо. На самом деле от порогов, тем более вот от таких, от шеверистых, нужно отдыхать. Иначе они просто достают. Большой остров, похоже, здесь. И река разбивается на две протоки. Левой, наверное, надо идти. А вот тут стоянка. Большой остров, красивый. Проходить нужно левой протокой. Правая вся завалена камнями, непроходимая. В начале острова что-то такое напоминает стоянку, но невозможно туда выйти. Ну, можно, конечно, но это такое себе занятие. А так, в принципе, да, там какое-то стояночное место есть. Дальше движемся. После порога ворота, вернее даже после его главного слива, а еще на самом пороге, с левого берега похоже, что есть стоянка. Надо посмотреть, тем более, что выход здесь хороший. Плиты практически ровные, не скользкие. Очень удобно будет подняться, посмотреть. Очень камерное место, конечно, здесь. Много палаток не поставишь, но одну-две можно воткнуть. Можно костер разжечь. Есть тут сыроежки. Можно грибами питаться. И главное, можно выйти к реке и полюбоваться порогом. Отсюда видны те самые ворота, которые на тот момент, когда здесь туристы находятся, уже ими пройдены. Вот что здесь не нравится, то несмотря на то, что место высокое, мушкары много. Это удивительно. Хотя, может быть, здесь рядом болото. Хорошее место для причаливания. Плиты ровные, удобно сюда выбираться. Но нужно идти дальше. Нацелился я на другую стоянку. Продолжение похода по реке Кузьма в Карелии в следующей серии. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.